Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале. Сегодня я вам буду показывать, что же я купила в художку. Давайте начинать. Давайте я вам сначала покажу эти карандаши. Они тут разные. Есть 2Б, есть 3Б, есть ХБ. Ну вот, в принципе. Вот так, следующее. Такой вот ластик. Обычный ластик со слоником. Вот. Малярный скотч. Белила. Фирма лучше, если что. Давайте следующее покажу. Пластилин такой вот скульптурный, большой. Очень тяжело. Стеки, вот, набор стек. Красочки. Гуашевые. Сейчас я их вам открою и покажу. Вот эти красочки. Да, кстати, у меня все новое, я ничего просто не открывала, ничем не рисовала. Вот. Сейчас еще были такие вот красочки. Я не буду показывать, потому что там все так запаковано, я вообще не хочу еще все распаковывать. Вот, следующие идут такие вот, такой вот 12 частей. Тоже разные, вот это мне больше всего нравится, такая прикольная. Ну вот, в принципе, кисти. Сегодня буду вам о них говорить. Вот. Я потом не знаю, зачем художку нужна тетрадь. Но мы ее все равно купили. Вот такая вот тетрадь в клеточку, в принципе. Ничем не обычная. Дневник тоже. Обычный школьный дневник. Сейчас еще идет такая вот здоровая амбарная тетрадь. Очень большая, в принципе. И давайте ее откроем. Обычная тетрадь, клетка, альбом, 48 листов, бумага достаточно плотная, если что, тут он еще отрывается, да, бумага достаточно плотная. И следующее у меня идет вот такая вот здоровая бумага, я еще вообще не убила, потому что она сейчас вся просто упадет, она очень большая. Давайте так вам покажу. Очень большая. Такая бумага для акварели. 20 листов. Блин, хоть бы ничего не задеть. Так. Сейчас идет это бумага для черчения. Думаю, вы ее видите. Она там так стоит. Не хочу ее брать вообще. Обычная бумага для черчения. И вот это вообще самое для меня интересное. Это папка, где я буду все носить. Для меня интересно то, что я сюда наклеила наклейку Микки Мауса. Правда, видно вот этот скотч. И я, кстати, делала по какому-то DIY, не знаю, как называется. Короче, на каком-то канале я видела какие-то такие наклеечки. По-моему, на Трум-Трум, но это не точно. И сделала. Там, короче, вы клеите сначала на пергаментную бумагу. Потом наносите на нее скотч. Ложите через рисунок, вот уже обматываете, но... И вырезаете, получается, наклейка. Конечно же, отдираю пергаментную бумагу. Но у меня получилось как-то не очень, потому что вообще... Не знаю, что я сделала не так. Ну да ладно. А кому понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте лайки. Подпишитесь на мой канал. Там есть красная кнопочка. Нажмите на нее, она станет серой. И всем пока-пока. С вами была Настя. Всем пока-пока. Увидимся снова в новом видео.